Всем большой привет! Меня зовут Тоня, и вы на моем канале Верьемина. Сегодня я подготовила для вас пилатес-тренировку, которая сделает кое-что потрясающее с вашим телом. Если делать ее каждый день, утром или вечером, без разницы, то ваша растяжка значительно улучшится, также улучшится мобильность суставов, пройдут боли в спине и не только, улучшится осанка и общее самочувствие. По доброй традиции не забывайте ставить лайк под это крутое видео и пишите в комментариях, нравится ли вам пилатес и делать ли еще такие тренировки. Я часто сталкиваюсь с такой проблемой, как усталость и тяжесть в ногах, особенно после длительного дня на ногах или после тренировки. По статистике, каждая пятая женщина страдает от варикозного расширения вен. Это очень неприятная болезнь, которая может привести к тромбозу и даже инвалидности. Зачем терпеть неудобства, когда проблему можно решить? Я заказала на сайте аптека.ру препарат Детравинол. Это лекарство от варикоза и усталости в ногах. Детравинол убирает боль и судороги нижних конечностей, избавляет от ощущения тяжести и распирания в ногах, укрепляет стенки вен и капилляров, улучшает состояние кожи после венозных трофических изменений. При заказе Детравинола через сайт аптека.ру вы получите скидку в 10% по моему промокоду. Не терпите дискомфорт в ногах и позаботьтесь о своем здоровье. Ссылка в описании под видео. Итак, начинаем тренировку. Я включаю таймер. Для первого упражнения мы с вами садимся на пол и скрещиваем ноги, как вам удобно. Садимся на седалищные бугры, вот так, не проваливаемся, наоборот, вперед. Далее в этом положении мы будем делать повороты корпуса в бок. На выдохе, вернулись обратно, вдох, в другую сторону, выдох. Чувствуем, как скручивается позвоночник, как растягиваются мышцы. Это упражнение для спины. Плечи опускайте назад и вниз. Отлично, отдыхаем 10 секунд и переходим к следующему упражнению. Для этого вытягиваем одну ногу в бок, другую оставляем согнутой. Далее в этом положении мы наклоняемся в сторону вытянутой ноги, через бок, чувствуем, как растягиваются мышцы спины. Наклоняемся как можем, никто от нас не требует чудеса гибкости показывать. Мы просто улучшаем свое здоровье и двигаемся в кайф. Обратите внимание, что сидим мы также на седалищных буграх. Мы не заваливаемся вот так, наоборот, таз вперед. Вдох, выдох. Отлично, теперь меняем сторону, сделаем то же самое, только в другую сторону. Наклон на выдохе через бок. Чувствуем, как тянутся мышцы спины. Суть не в том, чтобы нагнуться как можно ниже, а в том, чтобы как следует растянуть мышцы. Поэтому очень важно выполнять упражнения правильно, а низ как можно большей амплитудой. Старайтесь не зажимать мышцы, потому что у нас есть такой рефлекс, когда мы хотим растянуть мышцу, она напрягается. Наоборот, старайтесь ее расслабить. Следующее упражнение – собака мордой вниз и глубокие приседания. Очень здоровское упражнение для спины и не только. Итак, встаем в планку. Выполняем упражнение собака мордой вниз. С прямой спиной поднимаем таз вверх. Ноги можно слегка согнуть в коленях. Далее возвращаемся в планку. Делаем два шага вперед и садимся в глубокие приседания. Давим локтями на колени, разводим их в стороны. Это очень крутое упражнение для тазобедренных суставов. Возвращаемся в планку.
и повторяем упражнение. Отлично, завершили, переходим к следующему. Это широкий выпад и повороты корпуса. Начинаем упражнение также с планки. Затем левой ногой делаем широкий шаг вперед. Левой рукой ныряем вниз, напрягаем пресс. И разворачиваемся. Чувствуем, как у нас тянутся мышцы груди и спины. Выдох. Вдох. Старайтесь делать упражнение максимальной амплитуде, то есть максимально скрутиться, максимально развернуться. Отлично, теперь то же самое сделаем в другую сторону. Встаем в планку. Правой ногой широкий шаг вперед. Правой рукой ныряем вниз, выдох. Вдох, поворачиваемся. Чувствуем растяжение спины и груди. Также чувствуем, как тянется задняя поверхность бедра передней ноги и передняя поверхность бедра задней ноги. Отлично, завершили это упражнение. Переходим к следующему. Это отжимание на одной ноге и скручивание. Довольно сложное упражнение, но мы сможем его сделать. Итак, встаем в планку. Правой ногой выполняем скручивание вперед, затем опускаемся на колено левой ноги, вытягиваем ногу и выполняем отжимание. Упор как бы не на само колено, а чуть-чуть пониже. Возвращаемся в планку, повторяем выдох, вдох, выдох. Отлично, молодцы! Делаем то же самое в другую сторону. Это упражнение просто потрясающее, оно прорабатывает сразу все тело. Итак, теперь вытягиваем левую ногу, выполняем скручивание и отжимание. Отлично, вы молодцы. Если что-то не получается сейчас, нужно немного тренировок и обязательно получится потом. Следующее упражнение – поза лука на четвереньках. Встаем на четвереньки, затем действуем по диагонали. Левой рукой захватываем правую ногу и тянем ее вверх. Чувствуем, как у нас растягиваются мышцы груди. Вверх, вверх, вверх. Далее то же самое в другую сторону. Thank you.
плечо назад. Держим баланс. Отлично, с этим упражнением справились. Следующие повороты на четвереньках. Ну как, уже вспотели? Это здорово. Итак, встаем на четвереньки. Далее в этом положении отводим левую руку, правую ногу, переворачиваемся. Чувствуем, как тянутся мышцы спины. Возвращаемся обратно. То же самое в другую сторону. Кстати, вы знали, что для хорошей осанки нужно растягивать мышцы груди, а не качать? Отлично, молодцы, завершили это упражнение. Следующее — пингвин и наклоны корпуса. Встаем в планку, затем в этом положении левую ногу заводим под себя, вперед. Правую ногу полностью вытягиваем. В этом положении будем выполнять наклоны вперед с ровной спиной. Чувствуем, как тянется задняя поверхность бедра и ягодицы. Наклонились. Вверх. Вдох полной грудью. Выдох. В нижнем положении чувствуем, как тянется спина. Отлично, теперь сделаем захват ноги в этом же положении. Правой рукой берем захват правую ногу и тянем ее на себя. Чувствуем, как у нас растягивается передняя поверхность бедра вот этой задней ноги. Не переусердствуйте. Мы должны чувствовать легкое такое напряжение, примерно на 3 балла из 5, не выше. Можно попружинить. Отлично, молодцы. Теперь делаем эти два упражнения в другую сторону. Также начинаем с планки, только теперь вперед правую ногу. Вытягиваем до конца левую. Вдох полной грудью. Выдох. Когда делаем круг руками, сводим лопатки, плечи назад, растягиваем мышцы груди, внизу мышцы спины. И постоянно чувствуем ягодицы. Отлично, в этом же положении захват задней ноги. Левой рукой берем левую ногу, тянем на себя, чувствуем растяжение передней поверхности бедра.
Отлично, ну как, отдохнули? Переходим к следующему упражнению. Повороты сидя. Будем поворачивать согнутые ноги. Садимся на пол. Сгибаем ноги. И в этом положении будем поворачивать их вправо. Вернулись. И влево. Вдох. Выдох. Старайтесь опустить плечи назад, свести лопатки. Это прекрасное упражнение для спины. Отлично, завершили. Следующее упражнение – глубокое приседание и перекаты. Мы с вами должны опуститься в глубокое приседание, ноги пошире, носки врозь, колени смотрят туда же, куда и носки, локтями давим в колени. Приседаем и перекатываемся в одну сторону, в другую. Это совершенно небольшие легкие движения. Можно немного поворачивать корпус. Происходит питание тазобедренных суставов, профилактика перелома шейки бедра. Очень неприятное заболевание, травма. Старайтесь опуститься пониже. Переносите вес тела с одной ноги на другую. Отлично. Молодцы! Следующее упражнение – захват прямых ног лежа. Ложимся, поднимаем ноги вверх, вытягиваем руки, затем через низ ведем руки вверх и захватываем ноги. Чувствуем, как растягиваются мышцы спины и напрягается пресс. Поднимаемся на выдохе. Старайтесь подняться как можно выше. Отлично, молодцы! И последнее упражнение, чтобы уж совсем расслабиться. Это упражнение лежа. Ложимся. Нам нужно будет полностью вытянуться. Мы будем напрягать все мышцы тела и расслаблять. Напрягаем мышцы, тянемся вверх, тянемся, тянемся, напрягаем ноги, руки, все тело. Расслабляемся. Напрягаем. Расслабляемся. Очень классный эффект, когда мы делаем такое чередование, нашему телу легче расслабиться. Напряглись, расслабились. Продолжаем. Напрягаемся на выдохе, расслабляемся на вдохе. Отлично, мы с вами завершили эту тренировку. Похлопаем себе. Пишите в комментариях свои впечатления. Ну что, мы с вами завершили нашу прекрасную пилатес-тренировку. Я надеюсь, что вам понравилось, потому что мне очень. Выполняйте ее регулярно, чтобы почувствовать значительные, крутые изменения. Также, если вам надоедает одна и та же тренировка, на моем канале еще много подобных тренировок. Заходите и тренируйтесь. Мы с вами встречаемся как раз на следующей тренировке. И пока!